Привет, ребята! Всем любителям скайфая и аниме от Дорна и канала Hammer of Fun. Сегодня у нас интересные ребята, постигшие мир, гармония и спокойствие. Вот такие монахи из Шаолиня. Давайте же откроем коробочку и посмотрим на них без вот этого покраса. Скилл открытия коробок корпусов у меня постепенно растет. Здесь они прям в разнобой валяются все. Тушки отдельно, все остальное отдельно. Оригинальная комплектация, вижу такой первый раз. Давайте на них поглядим. Пока они не стали ретро. Итак, первый монах Шаолинь, тушка. Прикольная такая, технологичная. У остальных, собственно, они более-менее похожи. И здесь всякое оружие. Собери сам, кого хочешь, называется. Шоковые палки всякие. Автоматы. Все, что только можно вообразить. Дробовики, чейн-райфлы. Не очень миролюбивые монахи получаются. Один даже с мечом. Такие ребята. Полностью вооруженные до зубов, готовые бить и крушить монахи Шаолиня. Посмотрим, какие они будут на столе. Ну а с вами был Дорн, канал Hammer of Fun. Играйте только в хорошие игры. До скорых встреч, ребята. Пока-пока.